Ежегодно накануне православного Рождества, 6 января, проходит традиционная уже елка, рождественская елка Андрея Русакова. Мы приглашаем ребятишек из многодетных семей, ребят из малоимущих семей. В этом году у нас своеобразный рекорд. 340 ребят посетят эту елку. Вы видите, настроение все хорошее, приподнятое. Казалось бы, новогодние праздники уже заканчиваются, но мы вот таким образом их продолжаем и считаем, что это хорошо. Нашей встречи скучал целый год. Сквозь снега, через леса грусть пройдет. И на радость мне и детям снеговик пусть оживет. Ой, беда, беда, беда! Эй, спасите! Помогите! 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 Мы уже пятый год на вот традиционной елке. Огромное спасибо Андрею Русакову, что он организовывает для нас такие мероприятия. Для детей это большой праздник, и для нас тоже. Почему? Потому что если радуются дети, радуемся мы, женщины. Ну что? Тоже больше ждать? Нужно елку зажигать! Конечно, конечно. В новогодние зимние дни горят на красавице елки огни. Сказочную ночь тихо загадаю.
клыкастая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дедушка, ты не бойся, если что, я тебя защищу. Ой, то есть защищу. Подарки здесь хорошие, подарки вам дали в конце. Да, вот подарки даже можно сказать получше, чем тем, которые нам давали.